зрителям, подписчикам канала Райская усадьба, привет! Сегодня мы строим контейнерную площадку длиной 9 метров с отсеком под крупный габарит. Это под нее место. Тут у нас щитовая, от нее отступаем и будем выстырить. Цвет беленький. Каркас у нас практически готов. Сейчас мы будем его выравнивать, закреплять к асфальту. И затем у нас пойдет задняя стенка. У нас завершился монтаж. Строили мы сегодня контейнерную площадку 9-метровую с отсеком под ГГМ. Поликарбонат здесь у нас белый, матовый, профлист серенький, каркас из профильной трубы 20 на 40, спирающая арка 20 на 20, арки в виде ферм, стойки из трубы 40 на 40, все мощно, надежно, все облицовано декоративным уголком, закреплено к основанию, к асфальту. Бита арматура, приварена, закрашена, чтобы все было красиво. Контейнерная площадка для нового дома. Вот там тоже такой серенький, серо-белый. Чтобы все примерно в одном стиле. Подписчикам канала Райская усадьба, привет! Сегодня у нас день контейнерных площадок. Сначала мы строим площадку длиной 6 метров без КГМ-ки. Да, вот этой вот корпорации. Синий цвет в стиле. Все в одном стиле. Пока что собираем каркас. Сейчас дособираем, поставим ее, будем обшивать. Поставили, сейчас идут работы по закреплению его к асфальту. Так. Перфоратором бурим, забиваем арматуру полметровую и варим. Потом подчистится, подкрасится, все будет как новое. Контейнерная площадка без КГМ стоит на асфальте, закреплена, покрашена. Порошковым способом, как бы каркас у нас цвет разерзится. С этим мы закончили, сейчас поедем на другую, трехметровую, уже зеленую контейнерную площадку. Всем зрителям, подписчикам канала Райская усадьба, привет! Сегодня у нас идет сборка контейнерной площадки длиной 4,5 метра с поликарбонатом. Начинаем работать. Каркас у нас готов. Сейчас к асфальту с помощью арматуры будем докручивать полик. Закончился у нас монтаж 4,5-метровой контейнерной площадки. Каркас у нас сделан из профильной трубы 20 на 40, арки в виде ферм, стоечки из 40-й трубы. Покрашено все полимерно-порошковым способом, цвет светло-серый, профлист серый, крыша поликарбонат синий. Это все, вот, чтобы в тон вот этому зданию было. Вот такая получилась контейнерная площадка у нас. Сейчас посмотрим ее с тыльной стороны. Все прикручено, все красиво.
зрителям, подписчикам канала Райского сада привет. Сегодня мы собираем контейнерную площадку, малютку, длиной всего 1.5 метра. Практически она у нас готова. Погода немножко не погода, поэтому все быстро, сумбурно. Вот такая она у нас получается. Ширина 1.5, все стандартно. Длина, то есть под один контейнер. Цвет зеленый. Закончился у нас монтаж контейнерной площадки. Цвет профлиста зеленый, поликарбонат зеленый, каркас светло-серый. Все прибурено к асфальту, арматурка приварена. Все красиво. Вот такая компактная контейнерная площадка. Всем зрителям, подписчикам канала Уральского усадьба привет. Сегодня будем строить контейнерную площадку для вот этих трех замечательных контейнеров. Не менее замечательную контейнерную площадку. Длиной она будет 4,5 метра. Каркас у нас готов. Пока она на боку лежит. Зашиты торцы, нанизали поликарбонат. Все будем ставить, крепить и доделывать. Готова наша контейнерная площадка. Напоминаю, длина ее 4,5 метра. Профлист цвет шоколад. Поликарбонат цвет бронза. Все в тон забору. Каркас из трубы 20x40. Арки в виде фирм. Также есть 40x40. Стойка. Покрашено все полимерно-порошковым способом. Цвет светло-серый. Красивая контейнерная площадка получилась. А у меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока!